Вот мы и пришли к Алёше. Дом у него тут стоит. Ставят. Вот какие бревна заранее обделанные. Вот. Тут видно, какие большие они. Тут под 30 сантиметров, наверное, будут бревёшки. Добрый день! Мох прокладывали. Это он селится, Алёша, рядом с родителями, это Владимир. А дальше там брат его, Андрей, а там брат Иосиф строится. Вот так. Вот они здесь делают. Вот тут все высохло. Вот такой кран высокий поднимает, бревна тяжелые. Ну, раньше тяжелые, не тяжелые. Вот рядом тут, видишь, какие штыри ставят на них. Почему-то они с резьбой. Это я уже вокруг пошел. Вот они. Они здесь не совпадают по размеру. Как они будут делать? Там вода еще есть. Это у Алёши. Тут на солнце плохо видно. Там он хозяйство свое держит. А напротив это Люба Минаева, одна живет. Это какой домик, я его Колун называю, похож. Тут у них вот подписано, где правый, где левый. Я не вижу. И при том здесь насечкой делаю. Вот так, посмотрим мы, что здесь дальше делается. Это Володя, Владимир Александрович Устинов, их отец. Теперь он за патриарха. И вот здесь вот интересно, курочкам залазить. И они бегут под решеткой. И туда не попадают в ограду, а оттуда идут. И так и ходят под этой, под решеткой. А дальше там за шифером, там их уже жилье. Вот так. Это вот Андрей живет, это сказать, Володя живет. Урица Мария Лапкина, это наша мать. Ну, вот тут машина. Кто-то приехал. Вот так дальше. Это я сегодня только приехали мы сегодня из Барнаула с Сергеем Пупковым. Привезли кухонные аппараты. Не знаю, как назвать, комбайн или как. А это вот Андрей живет. Живет Андрей. Улица Марии Лапкиной. Это наша мама. 21 номер. Вот, а тут, видать, вот дальше дом. Это Никитин. Никитин там где-то. А дальше там он, видать, это Володин. Там мы были. Вот там коршун садится. Сейчас мне надо найти Иосифа и узнать там, где что. Ой, дымок, ай. Видите, сколько ласточек. А там живешь, еще нету. Скворцов сколько.
Какая жизнь? Ну, дорога обыкновенная, дорога проселочная. Но там они перегородили, чтобы не проехать, бросили камеры, шины, покрышки, сказать. Вот так. Вот я пришел сюда, его и не видать, Иосифа. Это у него здесь песок, куча большая, опилки, кирпич. И он себе строит вот этот домик. Ну, а тут на территории деревни скорость какая. На территории деревни. Везде такие надписи есть. 5 въездов по Теряевку. Или даже 6. И везде такие надписи стоят. Вот так. Ося! Нет, здесь. Я охрип совсем. Ну, мой голос мне послужил, слава богу. Если в общей сложности 50 книг насчитано, то обижаться уже не приходится, не считая там другие. Босиком стал ходить. Босиком по холодному полу, и так это для меня, видимо, не очень. А вон наши уехали второй раз гружать аппарат кухонный. Не знаю его даже как назвать. О, скотину не пасут еще, говорят, то ли некому пасти, то ли, или какая причина. О, тут-то еще можно повернуться. Коровы, телята, вот она подходит. Ну, еще коровка подошла вплотную. Ну, хорошее молочко от тебя. Ну, хорошая коровка. Ну-ка, давай. Давай, вот она как, сама подошла. Замечательно. Му. Ну, рога у ней какие. О, вторая идет. Видите, как живут люди. В магазине в очереди не надо стоять. Ну, еще такое, давай. Ну, подойди, понюхай. Ну, давай, вот так, вот так, так. Это, видать, их детишки. Давай, вот тут вот из этого заготавливают, прям рядом лесок из клена нарос. Нарос. Это Андрея тут внутри. Ну и все, тут все уже показано. Ну, еще, еще.